Раз, два, три, четыре. Мы уже в твоей квартире. Всем привет, друзья! С вами Крисмас, и сегодня мы посмотрим на хоррор под названием Darkwood. Темный лес. Ну и чё, поехали! Так, профили давай новый. Сложность. Так, давай сначала. Ой, нет, не надо. Щадящий режим. Умирая, игрок теряет часть предметов из инвентаря. Беспощадный режим. У игрока есть ограниченное количество жизней. Если игрок потратит все, то игра закончится. Кошмары, смерти не обратить. Давайте на нормальном поиграем. Это у нас будет... Я, наверное, сделаю парочку видео по этой игре. Поэтому мы пока будем на сложности нормал играть. Сначала мы не... как мы не поймем там... Так, не пропускайте пролог, если играете в первый раз. Окей. Включится дополнительный, но не связанный со вселенной игры контент. Indiegogo контент. Да нормально, чё, давай, погнали. А, вот играть, всё, вижу. Погнали. Давай. А игра, в общем, вы собираетесь играть в сложную игру, где не прощаются даже малейшие ошибки. Уважайте лес, будьте терпеливы, сосредоточьтесь. В общем, игра про выживание, то есть, прочитал я про нее. Мы где-то вроде как в Польше. А хотя, не может, не в Польше, я не знаю. Хотя нет, может это... Хотя, я не знаю, короче, где-то, короче, мы в лесу. И лес, в лесу много тайн. В общем, до хера всего. Ночью мы выживаем. Вот, вот это я прочитал про игру. Сейчас мы ее посмотрим. Давай быстрее, загружайся. Пролог. Давай. Я надеюсь, игра полностью русская. В их глазах я вижу ненависть и страх. И не янь, что ли? Опа, какое чье-то ебало. Будто я... Это я виноват в распространении заразы. Чё, зомбоапокалипсис, что ли? Опять какой-то вирус. Но это не прикольно. Будто это я источник всех несчастий, опустошающих эту землю. Ну, прям стремота какая-то. Мне негде от них спрятаться. Некуда бежать. Лес перекрыл все пути к отступлению. Чё за лес-то? Где мы находимся? Расскажи. Ну да, какие-то призраки, какие-то херпами. Мы обречены. В смысле, мы. Я играю за одного персонажа, нет? Мне вроде написали то, что я играю за одного персонажа. Опа. Так, вот, ну... Так, ну, ходит он обыкновенно. Стул перенести. Стол обыскать. Давай, обыщем. Мой старый блокнот. А это таблетка. Ага. Блокнот. Найден блокнот. Хорошо. Картофель. Единственное, что здесь растет и пригодно в пищу. У меня еще осталось немного. А, съесть можно. Захавай, чё. А, все, больше нельзя захавать, да? Самогонный аппарат. Самодельное устройство для перегонки самогона. Это понятно. А выпить нельзя, нет? Нет. Стол осмотрено. Это хорошо. Медицинские записи. Я выучил все на память. Не хочу снова их перечитывать. Деревянная дверь открыть. Давай. Ясно. Ну, собственно, почему бы и нет? Лампа выключить. Да, она нам мешает немножко, эта лампа. Клетка осмотреть. Клетки в этот раз пустые. А что, были полные? Забаррикадированное окно разобрать. Все же... Разобрать баррикаду все равно, что совершить самоубийство. А, то есть мы тут обороняемся. Ладно, тогда не буду. А клетка обыскать. Ничего нету, да? Осмотреть. Обыскать. Тряпку нашел. Хорошо. А как я могу забрать прямо сейчас? Я бы лучше ее не открывал. Я приложил слишком много усилий, чтобы его там запереть. Его. Хорош. Мои инструменты, которые не дезинфицировали уже много лет. Местным пациентам и так уже ничего не поможет. Че, я их не могу взять? А, я могу перемещать их, но я не могу взять.
Ну, открыть. Давай откроем. Тайник осмотреть. Обыскать. Заперто, может с помощью отмычки открыть. Без проблем, давай откроем с помощью отмычки. Вы можете взаимодействовать с объектами, которые находятся на определенном расстоянии от вас. Расстояние обозначается меняющим цветом курсора. Посмотрите, я только проснулся. Да, причем ты спал. Радио, радио Моника. Уже много лет в эфире царит тишина, только иногда мне кажется, что сквозь шум слышны голоса. Нажать что можно, нет? Нет, ничего нельзя. Медицинские записи я выучился на память. Шкаф осмотреть. Ой, как много всего. Давай я вот сюда и переместим. Нет, нельзя сюда перемещать. Можно. Так. Найден ключ. Ой, ну тут ничего не понятно. Мой медицинский справочник. Красиво. Так, ну я могу на единичке, да, перемещать это все. Так, это у нас отсюда, да, от тайника? Заперто. Ну. Так у меня ключ же есть, ну? Нет? Как инвентарь открыть? Есть какие-нибудь тут вот это? Опа. На Q... А, на тап у нас, значит, инвентарь, он залазит. Нет, нет никаких способностей. В смысле, у нас еще способности будут? Серьезно? Так, а что мы можем здесь открыть? Вот эту дверь заперта. Ключ я вроде оставлял в шкафу. Если возле курсора виден плюс, зажмите левую кнопку мыши, чтобы открыть. Ага, вот, все, вижу. Пользуна ключ. Чоси, ты посмотри. Собака появляется и исчезает. Да как вообще? Сломанный колодец. Моя 125R. Обыскать. В смысле? 125R. Трибуна люди. Что? Хм. Ясно, тут ни хера нету. Дрова. Древесина. Обыскать. Давай. Возьмем. Чего бы нет. Ну, странная какая-то игра. Странная. АМ у меня есть карта? А, вот, да, карта. Смотри-ка. Значит, туда я не могу уйти. Значит, мне только вперед. Ваше местоположение. Я понимаю. Нет, 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 нет. Не буду я разбирать. Да, что-то я слышал. Нахуй. Ага, я еще могу бегать. Красиво. На shift, на shift. Но это все настолько ебать логично. Ага, вон у нас восстанавливается она, да? Стамина. Моя псина, наверное, уже не выкарабкается. Нужно ей помочь. А как я ей помогу? Я зажимаю левую кнопку мыши, но ничего не происходит. Нажмите пробел, чтобы перепрыгнуть через забор или запрыгнуть на окно. Деревянная кукла. Без лица. Забаррикадированное окно. Короче, я понял. Мне нужно искать... Так, я через пробел перепрыгнул, да? Красиво. Через забор перепрыгнул. Мне нужно искать продовольствие и возвращаться домой. Жизнь у меня пока что две полоски. Опа, топор. Опять же, видишь, топор палится только через этот. Так, ну-ка, давай-ка достанем. Это все переместим. Так. Ты чё? А, вот это вот так вот, да, все. Так, да? Это сюда. Это у нас еще гвоздь. Ну, короче, все, я с топором буду гонять теперь. Нажмите тап, чтобы открыть инвентарь. Переносите топор на панель быстрого доступа, чтобы взять его в руки. Но это я сделал уже. А как ударять? Если оружие находится на панели быстрого доступа, зажмите правую кнопку мыши, чтобы приготовиться к нападению. И левую, чтобы нанести удар. Ага. Это у нас одну эту отнимает, да? На, сука. Хорошо, красиво. Деревья растут слишком быстро. Еще чуть-чуть, и я перестану успевать их рубить.
Ни хера себе. Капкан поднять. Скелет коровы обыскать. Кость. А зачем он мне? А, он на металлолом сразу разобрал капкан. Зажмите shift, чтобы бежать. От кого бежать? Не надо мне ни от кого бежать. Я не хочу бежать. Открыта новая локация, дорожка. А, то есть, ну, я понял, короче, ладно. Ну, возможно, это игра с сюжетом. Я пока еще не знаю. Я запишу одно видео со знакомлением. Мы с вами здесь погуляем по лесу. Чтобы открыть карту, нажмите M. Да это я знаю. Что такое? Типа я здесь, да? Я понял, хорошо. Лес закрыл все ходы и выходы. Никто не может пробраться через эту чащу. Так, ну главное, что вроде пока нормально все. Открыта новая локация, упавшее дерево. Так, это у нас опять не отображается, да? Потухший костер, обыскать. Так, давай вот это вот сюда въебем. Спичечки. Тряпка. Так вот. Красиво. Чтобы быстро перенести предмет из одного инвентаря в другой, зажмите левый Ctrl или левый Shift и кликните по предмету. Красиво. Это вот замечательная инфа, потому что я до этого просто переносил. В этой части леса очень темно, мне нужен факел. Мне сюда рано, да? Хорошо, запомним, где это. Так, это вот я здесь. А, так ёпта. Для создания предметов. Хорошо, в таб зашел. Крафтинг. Теперь я могу, да? Так, а почему... Чё это за... А почему они разные, факела? Или мне еще можно скрафтить? Нужно один. Здесь нужно 0,3. А, здесь разные. Вот красный есть, который, наверное, долго горит. Ему нужно... топливо. А здесь у нас есть как в баночке что-то, не знаю. Керосин, возможно, тоже в баночке. Ну, давай закрафтим, без проблем. Так, это мы вот сюда поставим, да? Давай посмотрим, что у нас там с упавшим деревом. Может быть, что найдем? Если ничего не найдем, то пофиг. По-моему, тут нихера нету. А я дальше не могу идти. Ладно, давайте попробуем с факелом. Факелом попробуем погулять. Давай, доставай факел свой. Надеюсь, он тебя... Ну, конечно, у него со временем работает. С каким-то таймингом. Ну, знаешь, такая игра, короче, блин, с атмосферой. Вот, блядь, честно скажу, атмосферная игра. И если играть прямо в наушниках нормально, ночью, то можно подобосраться, если будут какие-то скримеры. Новая локация, заброшенный дом. Давайте зайдем в заброшенный дом, без проблем. И фонарик нам, в принципе, очень нужен в этой игре. Это прям неотъемлемая часть игры, я бы даже сказал. Че это у нас здесь? Оп. Видишь? Труп какой-то лежит. Тело, да, тело. Еще пару дней, и его полностью абсорбирует. Так. Че, никак нельзя его? Одежда. Я подобрал? Подобрал, значит. А, нет, вот тряпки. Блин, а у меня инвентарь уже это... Заканчивается нахер. Опа, нихера себе. Олень. Наполовину олень, короче, наполовину человеческие ноги. Офигеть. Такой шкаф. Серьезно. Я не знаю, зачем нам эти тряпки, но они для факела нужны, да? Ага, мы еще факелом можем втащить кому-нибудь. Красиво, слушай. Так, мы куда-то зашли. А, мы дальше не можем пройти, да? Обидно. Где мы по карте? Хорошо, заброшенный дом. Я нахожусь здесь. Я понял это. Я надеюсь, я здесь ничего не пропускаю, просто вроде как пытаюсь все. Одежда еще. Все, у меня инвентарь полностью заполненный. Ой, продолжить.
Не то нажал, прикиньте, друзья, не то нажал. Вообще не то. Одежда. Блин, а мне некуда больше ее закинуть. Ну, только так, короче. Собака и половина человек. Собак-человека. Или человек-собака. Как-то так. Проход. В смысле, я здесь могу починить проход? А, ну давай. Мне не хватает материалов. В смысле не хватает материалов? А, имеется, нужен молоток. Так у меня же есть молоток, нет? А, гвоздь это, я понял, красиво. Мне нужно найти молоток. Я могу починить этот дом, я понял, все. Чтобы не ходить к тому дому, я могу этот починить дом. Так. Ну давайте пройдемся побыстрее, может быть. Посмотрим все. Я думаю, вот это, это не полностью локации. Там дальше еще что-нибудь есть, по-любому. Это просто для ознакомления такая, знаешь, локация, чтобы типа... А, мы, кстати, можем с помощью вот этого вот все перемещать. Ну все, я думаю, можно на топор перейти. Этот, похоже, еще дышит. Мужик, мужчина без сознания. Эй, мужик! Большой металлический ключ. Если где-то и есть выход из этого леса, то этот ключ наверняка его откроет. Стоимость 1500. А я его не могу крутить никак, только, да. А, у нас, значит, сюжет есть здесь. Значит, надо на прохождение. Я думал, это про survival. Он без сознания. Раньше я его здесь не видел. От 21 комнаты ключ. У него и при себе только ключ и какой-то дневник. А, он его забрать решил. Если он как-то сюда попал, значит, должен знать, откуда что-то там. Конечно, по собственной воле он мне не поможет. Блин, ну знаешь ты кого? У него как будто маска была, но это... Что-то он ему вкалывает, по-моему, нет? Уже не имеет значения. Он ему в глаз вколол что-то, или он его убивает, чего? Это непонятно. Он что, его убил? Серьезно? Я должен выбраться из этого проклятого леса. Слышишь, крысеныш? Ты что делаешь-то? Покажи мне, и я тебя отпущу. Иногда я слышу ее голос. Она зовет меня к себе. Просит вернуться домой. Все гаснет и гаснет, гаснет и гаснет. Где выход? А, вот он проснулся, этот мужик. Где выход? Где? А, он его связал даже. Покажи мне, где. На, сука. Ебать, выдохся за два удара, охуеть. Мы играем что-то заватника какого-то. Опять ему хочет тащить. На! Руку больно стало. Я прихлопну тебя, как муху, если так будет нужно. Блин, ну он, конечно, какой-то жесткий, на самом деле. А может быть, мы за него сейчас будем играть? Ну, конечно же, мы будем за этого мужика играть. Ёбаный в рот. Кто бы сомневался, подонок украл мой ключ. Тайник обыскать. Заперто, может открыть с помощью чего-то там. Ну, ключ нужен. Ясно, мы играем за нескольких персонажей, серьезно? Точнее, за одного персонажа мы начали играть, просто как бы дверь разобрать. А у меня ни хера нету, да? Я могу скрафтить себе отмычку. Вот, давай, крафти отмычку. Все, замечательно. А, ну значит я вот это тогда открою, тайник. Так, использовать отмычку. Фонарик. И лопата. Тяжелая лопата, но зато длинная. А, сука, пизда тебе, а? На, блядь. На, сука. На. Пидорас, блядь. Открыть. Это... Ебать. Стой. Фонарик, быстрей, фонарик достань.
Я понял, короче, ребята. Смотрите. В чем прикол? Оказывается, у того черта, тот черт тоже призрак, что ли, получается, или что? Я его сейчас не вижу, то есть, смотрите. С помощью фонаря я его не вижу, проход. Нет, не надо, я его не буду чинить, зачем мне баррикадировать? Радио ин, у нитро какая-то. Лампа. Вот сука. Вот сейчас крипово началось. Сейчас реально крипово. Шприц. Только где этот пидор, блядь? Я думал, я за него играю, нихуя себе. Я лучше не буду выходить ночью из дома, здесь безопасней. Ага, с маньяком, сука. Клетка обыскать. Он меня сейчас в клетку закинет, отвечаю. Ты, надеюсь, лопаты, кстати? Достань, кстати, лопату-то. Хотя нет, надо сейчас с фонариком немножко походить еще. Но это все осмотрено, надо просто этого пидораса найти, отвечаю. Лампа не работает, да? Угу. Так, отсюда я вышел. Хорошо, значит, он где-то здесь. А, сука! А где мне код найти? Кто это? Прошу, выпустите меня. Он, получается, не только меня запер. Вот скотина, блядь. А как мне... Где мне найти этот? Забаррикадированное окно. Это осмотреть. Осмотрено. И это тоже осмотрено. А где мне найти код? Радио у нитро. Я не могу ничего нажать, да? А, я ее могу перемещать, хорош. Шкаф осмотрено. Ладно. Блин, стой, а как тогда? Неверный код. Блин, а чё мне получается? Выходить надо? Прикада слишком прочная. Так ты ударь. А, или у меня лопата, что ли, сломалась? Ты серьезно? Ты угораешь? А чё мне дальше делать тогда? Охуенно. Он может бинты. Мычку не может, факел тоже не может. Но провод сюда не ведет. Лампа нихуя не включается. Блин, может здесь что надо найти? Один шесть ноль ноль. Один. Шесть. Ноль. Ноль. Неверный код. Ну тут нет ничего, да. Тоже нихера нету. Блин, а чё тогда мне? Как? Где? Где-то же нужно найти по любасу. Блин, ну слушай, ну, по-моему, у меня лопата сломана, не знаю.
Медицинские инструменты осмотрены. Это нам ничем не помогает. Ну, значит, где-то здесь. Значит, в его где-то шкафу. Но тут ни хера нету. Шкаф осмотрено полностью, да? Блин, да я хер его тогда не знаю, что дальше делать. Да, офигенно. Ну, это игра на сюжет. Это понятно. Красиво. Одежда осмотрена. Блин, а какой код-то? А как мне выбраться? Вообще ничего не понимаю. Эй, ты, подскажи код. Блин, пробовать самому, что ли? 8-800-555-3535. А какой может быть код-то? Ну, просто рандомно, блядь, вводить. Ну, четырехзначный, нихера себе. Я сейчас могу просто здесь потерять сколько угодно времени. Ну, 0-0-0-0. Неверный. Я уж думал, прокатит. Да уж, да. Ну, нету, нигде нету, нигде. Вот, стой. Я не могу сейчас это сделать. Что ты не можешь сейчас сделать? Нужно по-любому что-то найти, какую-то клавишу, которая за что-то отвечает. Давай бинты ебанем, без проблем. Ага, это отпрыжка, ничего себе. На контрол он отпрыгивает. На капслок он ничего не делает. Но мне как-то надо выбраться. Я понял, что мне надо как-то выбраться. А как? Как мне это сделать? Забаррикадировано. Хорошо. Забаррикадированное окно. Тоже хорошо. И это тоже может быть хорошо. Я не смогу ее разобрать, она слишком прочная. Где у нас есть окно, которое не слишком прочное? Забаррикадированное окно тоже прочное. Просто пиздец какой-то. Тайник. Через тайник мы не можем пробраться. И да и, в принципе, мы здесь не видели ничего. Тут помощь. Так. Использование предметов. Уклонение. Дополнительная атака. Средняя кнопка мыши. Чтобы выполнить другой вид атаки. Атака. Если оружие находится на панели быстрого доступа, зажмите правую кнопку мыши, затем левую кнопку, чтобы воспользоваться им. Ну-ка еще раз. Меню действий. Так, переключение между предметами. Перенос предметов, использование предметов. Это все? Тяжелый этот предмет сломан, но я могу его починить. Стоимость 15. Давай, почини. Как ты его можешь починить, дружище? Чем ты его можешь залатать? Я и так и подумал, что он сломанный, да. Точнее, лопата сломанная. Ну, он, то есть, лопата сломанная и, блядь, и все. Он ничего не может сделать. Да. Вот это попадос, вот это засада. Как же мне, что же мне нужно сделать-то, ну? Запыхался совсем, да, братан? Как так-то? Перенести. Зачем мне ее переносить? А, или стой, мне может быть на лампу можно залезть.
Я не вижу, где там дверь. Это вот здесь вот. Чё-то на неё... Так, стой, у меня какая-то, короче, херня появляется. Может быть, я смогу на неё залезть? Баррикада слишком прочная, я не могу её разобрать. Блять, ну хуй его. Может быть, на клетки залезть? Давай попробуем на клетку залезть, или... Блин, ну это не то. Охуенно. Да хер вообще, я не знаю, блин, что надо сделать-то. Блин, какая слаженная игра, прям вообще. Ну реально, на лампу можно залезть. На лампу можно залезть и перепрыгнуть через какое-то препятствие. Либо просто на пробел перепрыгнуть и все. Или может быть сюда вот залезть. Обыскать, перенести. Серьезно, тут выход что ли за ним есть? Ну конечно, ебаный в рот. Пиздец. Металлический стол с кожаными ремнями. Он тут пытает людей, по-моему. Блять, мы начали за этого, за маньяка, что ли, играли? Деревянная дверь. Лампа. Включить. Ящик. Канистра. Это мы генератор сейчас заведем. И ножка стола. Стола. Это мы починим, по-моему, сейчас лопату, скорее всего, да? А как там починить? А, значит, ну, я не могу починить, да, пока что? Ну, давайте заведем генератор без проблем. Чтобы заполнить генератор, возьмите канистру бензина, зажмите правую кнопку мыши. Хорошо, сейчас, погоди. Канистру. Зажмите правую кнопку мыши, наведите курсором. Ой, нет. Блять, найди нахуй. А, стой, вон как. Ой, ёпта. Микрофон немножко съебался. Съебался микрофон, нормально. Но я наполняю прям до полна. Канистра пуста. Включить. Все красиво. Лампа. Включить. Замечательно. Осмотреть. Не нужно нам больше это, да? Так это нам выключи нахуй. Вот сука. Вместо глаза у фигуры два регулятора. Их широко... Из широко открытого, но неподвижного рта раздается искаженный голос, еле слышный сквозь шипение, что-то там. Ага, два регулятора. Охуенно. Он что-то разговаривает, что-то прям говорит такое жесткое. Эй! Но я до сих пор не могу, да? О, он говорит пароль. Скажи еще раз. 4892. 4. Ой, блядь. 8. Блядь. Блядь, да что такое? Ну, что ты? 9. 2.
Получилось. Только что-то мешает, а? А, блядь. Там мешает какая-то хуйня, блядь. Эй! Там тут есть? Сука. Блядь, ну погоди. Радио у Нитро. Интересно, генератор сколько-то работает по времени? Либо вообще прям, ну как бы я его заправил, и он красавчик. Я пока его выключу, мне в принципе не нужно пока что. Я пока с этим справляюсь. А, так. Я не могу, короче. Мне нужно починить как-то лопату. Как мне нужно починить лопату? Как я могу починить лопату вообще? Ножка стола. Да перетащи ты ее. Все. Хотя нет, стойте. Наверное, я просто должен вот эту дверь разъебать и все. А, красиво. Помогите мне. О, блядь! Ебать, сука, пидор ебаный. На, сука. На, блядь. Ебать, я обосрался. В смысле? Ударь ему нахуй, уйди. Еще раз. О, блядь. На, сука, пидорас. Мертвый мужик. Пластиковый цыпленок, маленький пластиковый цыпленок. Нах он не сдался, блядь, этот пластиковый цыпленок твой ебаный. Блядь, охуеть, ножка стола, очень крепкая ножка дубового стола, можно использовать как оружие, блядь. Хе-хе-хе. И как ты собираешься отсюда выбраться? Думаешь, что справишься сам? И больше он нихуя не говорит. Слышишь? Бля, что-то назревает, пизду. Я ебал. Быстрее, 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 быстрее. Включаем, включаем генератор, включи. Пизда. Пизда, ебать. Ну-ка, нахуй, подходи, отродье ебаное. Пиздец. Что мне надо было делать? Пиздашенька какая-то. Какая-то хуйня подходит. Охуеть, то есть я завалил чувака, и на меня набросилась эта вся нечисть, да? А почему? Ну да, это, слушай, ебать, этот скример просто пиздец какой был. Ебать, я обосрался, конечно. Просто капец. Он мне дает свою руку, не надо. Воздержись, дружище. Воздержись, дружище. Я хочу поиграть дальше. Сохранение. Оно такое должно было быть? Хотя я, наверное, бы все равно не убежал бы. Глава первая. Она на прохождение. Хорош. Хорош вообще. Правда, долгое, по-моему, будет. Но ничего страшного, нормально. Я валяюсь. Да где это я? Это же другой уже дом. Печь. От печи исходит приятное тепло. Я чувствую странный, но очень знакомый запах. Этот запах защитного газа, который обеспечит мне относительно безопасность. По наступлению ночи из огромного котла валят пары газа, которые затем бегут по длинным трубам, защищая весь дом. Пока я нахожусь в убежище, у меня есть шанс выжить. Посмотреть на печь, посмотреть странную бутылку. На бутылке приклеена небольшая инструкция. В 99 случаев из 100 пребывание ночью вне радиуса защиты глаза, а газа приводит к немедленной смерти. Рекомендуется распылять газ в помещении, предназначенном для ночлега. Осторожно, даже при правильном приготовлении субстанции не гарантирует 100% безопасности. Будьте бдительны. Чтобы минимизировать риск, рекомендуется оставаться в застроенных и хорошо освещенных местах. Посмотреть на печь. Когда я пришел сюда пару дней назад, печь уже была подготовлена.
Мне нужно было только ее разжечь, чтобы обеспечить себе безопасность. Скорее всего, этот дом служил нам когда-то убежищем. Жители леса ведь не должны вдыхать эту гадость. Заглянуть в кастрюлю. Маленькая чугунная и пустая кастрюля. Я ею еще не пользовался. Я не чувствую ни голода, ни жажды со временем того происшествия, ни на пару дней назад. Но одно не дает мне покоя. Эти грибы. Эти красные пульсирующие грибы, они вызывают у меня аппетит. Но все ясно. Все дело в грибах. Смотрите, какая-то хуйня плавает. Может, все-таки этой кастрюле найдется применение. Готовить. Ты там приготовишь? А, я ничего не могу, да, приготовить? Как это эссенция, что, блядь? Короче, игра про выживание, реальное выживание. То есть мы сначала фармим что-то, да? Так, гвоздь, хорошо, пригодится. Тряпка пригодится. Фотография дороги. Дорога домой. Закрыть. Деревянная дверь, открыть. Так, это у нас забаррикадированная. Хорошо, верстак. Опа-на. Ничего себе, бутылка с газом, капкан, улучшение ячеек инвентаря. Две дополнительные ячейки. Да нихера себе, у меня их и так вон сколько. Хотя нет, у меня вот сколько их, да? А вот это что? Это я типа сюда крафтить могу? Причинить предмет и улучшить верстак. Так, верстак использовать. Красиво, окно забаррикадировать. В смысле забаррикадироваться? Ну да, забаррикадироваться, да. Нужно три палки. Хорошо, без проблем вообще. Так, что это такое? Табуретка. Нахуй ты... Разбери ее. Разбери табуретку. Зачем тебе табуретка, чувак? Большие грибы собрать. Эти грибы, кстати, были в том доме у того чувака. Получилось. Странный предмет. Гриб. Странный гриб. Деревянная дверь открыть. Так, ну да, получается, построить. Нет, я пока не могу построить колодец, чтобы добывать оттуда воду. Пила. Сделать доски из древесины. Минус 25 бензина. Сделать доски из древесины. Минус 25 бензина. Ты понял, да? Опять, ебать, ты хорош. Тайники вы сраные. О, я как-то так-то унал все перенести. Давай, переносим, нахуй. Тут пиздец вообще, блядь. Вот так. Нет, нет, вот так. Во. Все, отпустить. Шкаф осмотреть. Короче, мне тут надо забаррикадировать, я понял. Так, лампа. Окно забаррикадироваться. Ой, как все плохо как. Так. Че, это толчок, что ли? Блядь, это капкан, ебать. Капканы под окнами не тронуты. Ночь прошла на удивление спокойно. Охуенно спокойно, блядь. Обездвижено какое-то время, вы не можете двигаться. И что, у меня теперь кровотечение будет? Но здоровье убавилось. Одна треть одного квадратика металлолом поднять. Пиздец, блядь, ебать, я обосрался. Шкаф. Так это, ага, вот это вот мы так вот будем забирать. Использование грибов в домашнем хозяйстве. Книга о грибах. А как у тебя все книги читать? Дневник. Предметы. Пластиковый цыпленок. Фотографии дороги. Книга о грибах. И ключи. Я. Способности нету. Дневник. На тех проклятых дикарей все должны пойти как по маслу. Я ничего не помню с того момента, как на наш лагерь напали. На мне надет какой-то плащ. Где-то по пути я успел переодеться. Я себя не узнаю. Еле держу карандаш. Неужели мое тело изменилось? Я не чувствую ни голода, ни жажды. Что со мной произошло? По-моему, у тебя появилась способность, дружище. Ключ к подземелью, номер 21. Я не помню его лица. Я помню его лицо. Лицо человека, который сначала спас меня, а потом держал в плену. Не знаю, как мне удалось избежать от него и как я попал сюда, зато я знаю, что этот мудак забрал мой ключ. Мой единственный шанс выбраться из леса. Еще он вырвал все страницы из моего дневника, но я все же сомневаюсь, что он смог разобрать, где находится подземный проход. Нужно удостовериться, закрыта ли еще дверь. Я обязан его найти. Я думаю, что после всего произошедшего он до сих пор живет в той халупе, где меня держал. Да и какая разница, я все равно не знаю, как туда добраться. День первый, ночь.
До наступления ночи нужно возвращаться в убежище. Гулять по ночам слишком опасно. В это время лес проявляет повышенную активность. Только защитный газ может обеспечить мне хоть какую-то безопасность. Мне это, знаешь, что напоминает? Мне это напоминает игру про зомби. В общем, как она там называется-то? Ну, типа, от разработчиков этих. Dead Island. Dying Light, вот. Так, выключить. А у меня сейчас, в принципе, не ночь, поэтому насрать. Я пойду, пожалуй, погуляю. Я все пока что даже и так вижу. Так что... В смысле? А, вот моя дверь, да. Все, нашел. Так, ну что, карта где у нас? Я нахожусь здесь. Спуск в подземелье. Сухой лес, глухой лес. А, это глухой лес, старая роща. Это сухой лес. Это мое убежище. Красиво. Давайте осмотримся здесь все полностью. Так, здесь я колодец могу построить, но пока что у меня не хватает ресурсов на это. Слышишь? Ебать, что это такое? Эй, ты кто? Такое? Ебанись. Сейчас, по-моему, что-то будет, не? Где это я? Там же? Я сзади дома? Охуенно. Охуенно, сзади дома такая залупа происходит. Древесина. Отлично. Так. А, это древесину я полностью все осмотрел. Давай вот это осмотрим еще. Так, красиво. Это мне, значит, поможет... В общем, я понял. Это мне помогает все... Забаррикадировался сейчас дома, все обустроить. В общем, первая попытка, я не очень, по-моему, хорошо начинаю. Но, ну, время я сейчас трачу очень много, по-моему, нет? Но, по крайней мере, нам сказали, что забаррикадировавшись в доме, вы не на 100% себя делаете обезопасенным, а на 99%. Так что мне все равно может пиздюлей стать. Давайте пойдем сюда. Если что, я начну заново в следующем видео. Вот, я прям к нему сейчас пойду. Давайте догоним этого пидораса. А, нихуя себе, он еще... У него хпшка есть. Это лесничий какой-то, пес. Это голум, ёпта, отдай кольцо. Фродо должен его выбросить, слышь? Эй. О, блядь. Давайте достанем что-нибудь из инвентаря. Что-нибудь, гвоздь. Да гвоздем мы ничего не сделаем. Самогон. Бутылка. Блять, ебать, он там орёт, пиздец. Где он? На, сука! А он мне ничего не делает, кстати. Сука, иди сюда, блядь. Чёрт. Блядь, не догнал, прикинь. Что такое? Блядь, капкан, сука! Ебать, я хотел его подобрать вообще-то, а не наступить в него. Я видел, что это капкан, но я хотел его подобрать, а не наступить. Ну, хотя глупо подбирать капкан, когда он уже поставленный, как ловушка. Активированный, так сказать. Труп. Чей-то труп. Обыскать. Факел, хорош. Так, давай-ка мы вот так сделаем. Кто, блядь, там идет? У каждого холодного оружия есть... Ебать! Фу, сука. Есть второстепенные... Я понял, у факела тоже есть атака, короче. Ебать он... Ебать... Фу, он меня напугал. Включить генератор перед тем, как стемнеет. Бесполезно прятаться в тени. Он все равно... Они все равно придут. Генератор включить. А где мне понять, когда темнеет? Ночной дозор. Вы находитесь в убежище под влиянием защитной субстанции, которая поможет пережить ночь. Опять этот сукин сын идет. Ну давай, ублюдок. На, блядь. Ты сука. Интересно, у меня куда-нибудь в ебеня сейчас не перенесет? Блядь, не успел его уебать. Ну иди сюда, сука, блядь. Пидор какой-то лесничий. Ты посмотри, что делает, а? Он даже меня не бьет, он как бы... Но летом, видимо... Ага, сука. Металлолом. Вот он и попался, блядь.
Посох. Посох сделан из древесины непонятного происхождения. Хорош. Давай что-нибудь скрафтим, потому что я не могу посох взять. Бинты. Мне нет места в инвентаре. Блять, ну слушай, вообще нету. Пиздец. Надо посох-то подобрать. Посох-то надо в любом случае подобрать. Надо что-то, значит, выбросить. Камень. Можно бросать. Значит, мы давай камень выбросим. Он нам нахуй сейчас не нужен. Камень. Отлично. Все, значит, остается, да? Это мы, значит, вот сюда поставим. Все. Красиво, ебать. Теперь я могу вот так вот замахиваться и въебывать всем. Так, это у нас что? Спуск в подземелье. Это... У нас на карте отрисовывается, что и где мы, значит, видели и смотрели. Так. Такое. Ну, это понятно, что это пенек. А что там было на нем? Так, в общем-то, вот генератор проведен к моему... О, грибы. Давайте соберем... Блять. Ебать, отравление, вы отравлены. Нахуя я наступил? Пиздец. Идиот. Ну, у меня все. У меня хп прям мало. Опа, нихуя себе собака. Эй. Вот, сука. На, блять. На, сука. Мертвый пес. Обыскать. Мясо. Можно кидать? А можно использовать качественные приманки для хищников. Нет места в инвентаре. Стоимость 5, максимум 3. В смысле стоимость? Что это за стоимость такая? Ладно, пока оставим его здесь, собаку. В общем, в лесу... В лесу... так, вот это мы пока подвальное это не осмотрели, да? Не знаем, как это. Пила использовать. Давай вот это вот мне... А, блин, оно же мне не заправленное все равно. Давайте закинем сюда пока что. Пофиг. Пока что закинем сюда, потому что оно здесь останется? Останется, да. Давайте соберем мясо. Берем мясо. А где сам... А, вот оно. Я уже думал, пропало. Кто-то залутал, сука. Так, ну чё? Здесь я, значит, все подобрал? Все подобрал, значит, осмотрено, да. Сердцебиение у персонажа. Все, это говорит о том, что пизда тебе. Ну, такая интересная игра. Я не знаю, начну ли я заново, либо продолжу. Потому что... Ну, хотя нет, там же я же играю нормальный режим. То, что, типа, много... Ну, бесконечное количество жизней. То есть я могу много раз заново начать. Так что нам, в принципе, можно поизучать мир зато. Просто сейчас поизучать мир, умереть. И в следующей серии я начну заново. Нужно еще понять, как тут идет смена дня и ночи, потому что открыта новая локация ручеек. Она у нас здесь, да, добавлена? Да, вот, ручеек. Пойдем по ручейку, сходим вперед. И здесь нихуя нету, да? Обидно, обидно, что здесь ничего нет. Но я на самом деле много шифтую, здесь надо просто более-менее осматриваться, и когда шифтуешь, нельзя осматриваться. И такое. Ну да, слишком пустовато здесь, конечно. Ну и лесничего я, конечно, красавчик завалил. А еще и капкан кто-то расставил так смачно, что я его прям привел к капкану, и он наступил на него и сдох. Ха-ха. Прям вообще мощно получилось. Так это у нас что такое? Лампа. Включить, выключить стул. Нам пока это не надо. Это значит, что-то убежище было тоже временное. Шкаф обыскать. Патрон, магазин малого калибра. Офигеть. Давай перенесем, потому что оно мне... Перенести надо. Давай, погнали. Оно мне мешает просто немножко. Блин, серьезно? Ты угораешь? Ну или так можно просто подвинуть. Да, я просто так подвину, все, отпусти. Хорош, я пройду, замечательно. Генератор включить. Так, в этом генераторе немножко топлива есть. А как мне дальше пройти? Там просто что-то было. Давайте пока выключим. Слышу собаку. Тихо. Главное сейчас не обосраться, чтобы она не налетела резко, потому что я обосрусь, отвечаю. Ебать!
Вот, сука, давай, подходи, паскуда. А что я тебе сделал, собакин? Я ж тебе ничего не сделал. Там еще есть по любасу. Смотри. А, нету. Ну я-то думал то, что это в лесу призраки, а это оказывается реальные, то есть собаки, люди, они все живые. Просто из этого леса никто еще никогда не выбирался. Из-за какого-то, опять же, вируса. В прологе же говорилось про какой-то вирус. Короче, немножко непонятно теперь. Чё да как? Как да чё? Но мне определенно игра нравится, она с атмосферой. То есть она не особо графически классная, да, там что-то не особо продуманная, но, блин. Она атмосферой вообще прям такая давит иногда. Прям вот, ну, собака услышала, сразу... Это... Остерегаться этого начал. То есть стремота берет свое. Так, это мы где? Это мы... Блин, не показывает. Ну, вот где-то здесь, наверное, ниже ручейка, где-то тут. Ладно, пойдем пробежимся. Блин, я на самом деле уже долго серию записываю, поэтому... Собаку слышу. Сука. Я не дамся тебе, паскуда. Где-то слышал собаку. Ладно, не суть. Опять слышу собаку. Что я осматриваться могу, когда я могу, ну, заряжаю атаку. Где-то здесь. По-любому. Если не здесь, то где еще? Потому что я слышал минимум две собаки сейчас. Вот там сзади и вот здесь вот где-то. Ладно, пока нормально. Сука, вот день тот, я же и так их не вижу без обзора, да? И так просто потом хоп и пиздец. У меня же глаз на жопе нету, а точнее у персонажа. О, вижу собаку. Давай. Она сама не нападет, пока я к ней не подойду, да? И может быть не буду, просто она может, будет на меня лаять и все. Не надо. А, сука! Блять, нет! На, паскуда! На! Гревшие дома. Бля, пиздец, на самом деле собаку не обязательно убивать. У меня уже посох наполовину, видите, сломанный. Красненькое это, по-моему, насколько он сломанный, беленькое это сколько еще осталось прочности. Блин, ну я пока что потихонечку посмотрю карту, может быть, что-нибудь хорошего найду. Может быть, ключик найду или отмычку сварганю. Надо отмычку мне сварганить, чтобы посмотреть тайник. Тайник в доме надо открыть. А для этого мне нужна отмычка. А я отмычку, наверное, не смогу сделать, да? Нет, мне нужно две проволоки. Чтобы я отмычку смог сделать. А у меня нету двух проволок. Это нужен металлолом, скорее всего, где-то. И там, может, будет найти. Это я где? Я вот здесь? В лесу. Я прям где-то вообще прям в жопе. Ящик. Обыскать. С помощью отмычки можно, да. Ядовит... Блять! Все, пизда, умираю. Нужно вернуться в убежище, пока еще не стемнело. Вот, он значит повторяет все это, да? Говорит там, типа, ну вот, скоро стемнеет, надо убираться отсюда. Если я сейчас не умру от отравления, я посмотрю, что значит ночью уходить. Я не умру, отлично. Но сердцебиение стало еще чаще и еще сильнее, как бы я... В основном сердцебиение слышу, потому что у меня хп мало. И хочу посмотреть ночью как, каково ночью ходить. То есть ночью я вообще ничего не вижу. Обзор становится плохим. Давайте скрафтим себе, может быть. А, у меня факел есть, так что с факелом можно ходить. Это для ночи я потом буду с факелом ходить. Ночью самое то с факелом. Так, опять ядовитые грибы. Их надо как-то собрать, а не наступать на них. А я не могу их собрать. Тогда не надо наступать нафиг. Как вообще можно наступить на ядовитые грибы? Ну, вообще на грибы и отравиться от того, что ты наступил их ботинком.
Значит, не аномалия какая-то. Хотя это может аномалия, что? Может быть, в пределах какой-то нормы они излучают аномалию и спуск в подземелье. Слишком долго, на самом деле, идет переход с дня в ночь, потому что это, если по сюжету идти и вот это вот постоянно что-то смотреть, изучать, то, блин, на это очень много серий уйдет. Но мне, по крайней мере, пока что нравится... Опа, собака, сука. Все, пиздец, один укус, и я сдох. Не надо. Не дал! Блять. Пиздец, факел погас. Сохранение. Вот сейчас посмотрим, что изменилось. Сухой лук. Смотрим. То есть я очнулся. У меня в доме опять снова светло, да? То есть я могу сколько угодно раз... Оборотень. Нихуя себе. Твою вонь слышно за километр. Радуйся, что я не падаль мясцо. А что я не ем падаль мясцо. Капюшон скрывает лицо говорящего, но от него разит мокрой землей и шерстью. Нихуя себе, оборотень живой. С калашом, блять, охуеть. Я знаю, что ты ищешь. Я помогу тебе вернуть пропажу, если ты взамен поможешь мне. Что ты на это скажешь, дорогуша? Фигура наклоняется ко мне, и из-под капюшона доносится тихий хохот. Я знаю, что тебе будет интересно, но перед тем, как мы пожмем друг другу руки, ты должен доказать, что ты можешь выполнить поставленную задачу. Мне не хочется тратить время на каких-то неудачников. Ты... Я надеюсь, понимаешь это, я Амесцо. Покажи, чего ты стоишь. Доберись до глухого леса, думаешь, это так просто? Я бы на твоем месте получше подготовился к этому путешествию. Когда туда доберешься, жди меня здесь, запомни это место. Оборотень забирает мою карту и что-то на ней малюет. Ну, то есть рисует, пишет. Такие, как ты, в итоге всегда приползают ко мне. Показать предмет, торговать, сплетничать. Охуенно. Сплетничать с оборотнем, у которого за спиной калашников. Охуенно. Пластиковый. Красивая вещица. Фотография дорога. Что это у тебя? Оборотень выхватывает фотографию у меня из рук и внимательно ее рассматривает. В итоге он взрывается смехом и обрызгивает фотографию густой желтой слюной. Ха-ха-ха, это дорога, ее уже давно здесь нет. Она заросла, как и все остальное. Оборотень бросил фотографию на пол. Лучше забудьте о дороге домой, мясцо. Он нас называет не человеком, не кем-то там, а мясцо. То есть в этом лесу все дороги ведут только в жопу. Охуеть. Ну а если бы ты захотел еще полюбоваться на прекрасное и суровое величие моего гения перед тем, как пойдешь в глухой лес, то можешь найти меня в моем же лагере на сухом лугу. Оборотень указывает на точку на моей карте. Ну-ка, давай посмотрим. Лагерь оборотня. Убежище в сухом, я нахожусь здесь. Горевшие дома. Ну да, смотри-ка. Значит, у меня лагерь оборотня. У него два лагеря. Хорош. Охуеть, вот это да, блядь. Приходит какой-то черт в мой лагерь. А, то есть он... Меня, получается, довели до смертельного ранения, да, но я полностью не умираю. И меня оборотень схватил, он нашел меня ночью и принес ко мне в убежище. Значит, он мой друг получается, но он меня называет мясцом, мне это не нравится. Вот он вот так вот выглядит, ребят. И причем, если прислушаться, он реально дышит, как оборотень. Ладно, чё. Я его могу, конечно, въебать, но я этого делать не буду. Ладно, давайте, ребят, на этом закончим. Мне очень игра нравится. Кстати, вот, что это такое? Остановка времени. Почему? В общем, давайте заканчивать на этом серию. Я буду продолжать. Я хотел просто сделать смотр, но оказывается, это не просто бродилка и сурвайвал, да, на которой я хотел бы сделать 2-3 серии. Я сделаю эту игру, скорее всего, прохождением, потому что эта игра заслуживает этого. Она очень классная. И это был как бы смотр по игре, но как бы и первое прохождение. Вот. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до следующего прохождения. Пока!